6-0. Но главное, что это взрывоопасно всегда. «Спартак» против «ЦСКА». И очень важно, чтобы этот взрывоопасный вариант был эту игру. Олег Кваша приезжает со своим баулом на своем автомобиле, припарковавшись прямо у входа в «Сокольники». По-моему, даже вот какой-то не ЦСКовский баул, если не ошибаюсь. Ну ладно. Так, «Спартак», который вот так все или ничего, но получается, что второе ничего. Радулов застыл на синей линии, дает возможность Рясинскому забежать в зону. Рясинский прострел, Широков! Ух ты, сам себе не поверил. Что-то и концовочка тоже симпатичная получилась. «Спартак» вполне мог показать одну. Вот Широков. Вот, поднимает глаза, а шайба сваливается с крюка. Как же обидно. И момент с двумя клюшками. Широков и Прохоркин. Ну ладно, Прохоркин его блокировали. Широков попадается. Рясинский. И вполне мог арбитр дать свисток. Ну, если бы так последовало, я думаю, кто бы не удивился. Но какой момент! Выкатывает неожиданно. Неожиданно на ворота игрок «Спартака». И вот уже ЦСКА в атаке. Козлов. Да, интересно. Дэвис мог бы сам зайти в зону, оставляет Янису. Янис потерял шайбу. Жиганов, бросок, отбивание. Очень сложно что-то сделать. Кимаев, рикошет. И шайба в воротах. Нет, не будет она защитна. Пусть там и оказалось, все-таки высоковато. Клюшку задирает игрок ЦСКА. Бушуев на пятачке. Анкудинов сам все делает, бросает. И шайба застревает где-то там под Проскуряковым. Ростислав сыграл 34 встречи, 93,4% отбитых. Ну, это удалили. А у Проскурякова процент чуть-чуть поменьше, 92. Наоборот, Проскуряков чуть повыше, потому что и сыграл поменьше. 17 встреч. Ладно. И концерт. Анкудинов толкает его Кондратьев. Кудинов сохраняет баланс. Держится. И опять очень жестко против него действует. Бросок, рикошет. Добить очень сложно. Передача. Момент Бушуева рядом. И еще момент может быть. Если, конечно, Проскуряков не войдет в игру. Ох, какая потеря. Козлов, выход один на один. Пауза. Счет в московском дерби открыт. «Спартак» выходит вперед. А вот что случилось. Красиво, элегантно пробросил шайбу в домик. Как в таких случаях говорят. Ну, с точки зрения статуса, конечно, да. Но не с турнирной. Ну-ка, Дэвис. И ответ ЦСКА. Какой сейчас мог быть и Козлов. Козлову бы. Шикарный момент был у нападающего армейцев. И посмотрите, даже лишь Скурякова. Понимаете, неожиданно помешал. Вот, вот что произошло, а? Бобров, ну-ка, мог наказать сейчас ЦСКА. Куда Гимаев рванул? Козлов, тут карусель какую устроили в зоне спартаковцев. Но пока вот с каким выходом. Опа! Цыганочка практически. Вот такой выход. Блестящая комбинация. Еще раз смотрим. Но это уже окончание. Это уже передача туда, на дальнюю, где в пустые ворота попадает Козлов. Сегодня одни Козловы забивают. Чуть не оставил ее под своим контролем. Спрукс. На дальнюю любимую потеряли. Передача. Спрукс. Неудобный гол! Вот это сменки пошли у армейцев. Что не выход, то гол. Янис Спрукс. Но так как танк разворачивался и все-таки смог сделать бросок с неудобной ворота Яна Лашика. Попасть, конечно. Это из той серии, что туда, куда нужно. Виляет, думает, стоит или нет. Окрыленный этим фактом идет вперед. Рясинский за ворот. Передача на пятак. Доставка есть. Радулов кистями бросает Лашак. Спартака и посматривает на игру. Козлов. Снова Радикович. И сразу три соперника рядом.
дальше. Марченко попал, обидно. И шестой номер ЦСКА. Да, ну а здесь очень-очень неприятный бросок, который попадает ему в лицо. И Марко. Здорово. Михайлов! Михайлов! И ответная атака. Нет, не пошла она. Хотя здорово там Радулов открывался. Их. Моментик. И Егор Михайлов. Ну, я не могу сказать, что он сам на себя не похож. Он похож. Это же объективная. Ох, какой голешник офшут, а! Ой, как положил! Блестяще. Прижимается к земле офшут, а шайба точно. Вот тоже, как и в случае с Янисом Скупцем. Попал, так попал. Нуду. Надо и тем, и другим. Хотя Спартак полетит. Михайлов. Ух, Проскуряков как. И гол! Чем больше ругаешь, тем лучше играешь. Егор Михайлов. Потому что Проскуряков сейчас в этой шайбе виноват. Отбил очень легкую перед собой и дал возможность не быстрому сегодня Михайлову догнать шайбу и ткнуть ее в сетку. 3-2. Спартак. Конечно, замечательная игра, да? Дуплет. Смена за сменой забивает. Лобов далековато от него находится партнер. Широков, здорово, передача. Бросок, еще бросок, еще бросок. Ух ты, шайба едва-едва не влетела в ворота. И все благодаря деятельности Сергея Широкова, который теперь отмечается уже и с отрицательной точки. Укатил на 2 минуты за силовой прием против Желдакова. Но это... Знаете, вот и в этой ситуации на самом деле могли же какой-то свистнуть нарушение московскому Спартаку, потому что еще не ушел игрок, а там появился человек, который мог. Проскуряков, добивание, Проскуряков, гол! И какие эмоции сейчас у московских спартаковцев! Сквозь Проскурякова шайба прошла Анкудинов, который всем обещал бой. И какая музыка как раз ему вторит. Начнет считать. И закончит победа Спартака в последнем матче регулярного сезона континентальной хоккейной лиги. Повержен самый важный соперник, самый главный. ЦСКА 4-2.